Продолжаем испытание батарейки на короткое замыкание. Вот я вчера снял КЗ, и за сегодняшний день оторвал этот электрод отсюда вот. И на сегодняшний день напряжение восстановилось. Я бы сказал, что даже больше страдает не алюминий, а вот медь. Мне в одном месте вот почему-то стал он хрупким. Вроде бы как бы окисление не продолжается, но вот я вижу, что я немножко ее разбирал, поштал, и происходит отрыв электрода. Ну, не знаю. Во всяком случае, коррозии не видно. Теперь посмотрим, как она пострадала пострадал ли фольга. Но я не наблюдаю особой коррозии. Вот в этом месте, где попадала снизу вода на батарейку, происходило, она выделялась в виде такой пенистой жидкости. Когда она попадала, то фольга сразу разрушается. Ну, в таком виде она сейчас находится. Вот видно такое образование в виде снега. Кристаллы белые выступают на поверхности алюминия. В общем, коррозии нет, что очень радует.